риф. Как только я хочу выложить не за смеси челлендж, вот прям мышка, вот так вот тянется. Вот я уже готов нажать. Хлоп, вышел видос у Брайана. Нет, я-то не против, это-то ништяк, но просто я не успеваю. Сегодня у нас с тобой, Брайан, как найти парня, если ты уродина. Меня стесняет, знаешь что? Почему Брайан во всех последних видео снимается только как девушка? То он соблазняет Кашина. Лол, что? То он еще что-то делает, то он ищет себе парня. Алло, Брайан. Соберись, я хочу какой-нибудь скетч от тебя, как от парня. Типа, блин, это странно. Ладно, поехали. Если ты считаешь, что отношения... Чё ж так выпрыгивать-то? Если ты решаешь что-нибудь там. Обожаю, когда ютуберы все вылазят откуда-нибудь. Вот отсюда, вот отсюда, вот отсюда. Прив. Если у тебя под аватаркой только один лайк и тот свой, в конце концов, если у тебя есть красивая подруга... Мне кажется, если Брайан продолжит вот так вот резко поворачиваться, рано или поздно он свернет себе шею и закончит так свою карьеру. Так, то у меня для тебя плохие новости. Ты стрёмная. А также, если ты такая же сногсшибательная и красивая девчушка, как и я, и тебя почему-то заставляют снимать видео такого типа, то ты попала прямо по адресу. Ведь сегодня я расскажу, как найти парня, если ты уродина. Все, учимся по гайдам от Брайана. Как найти парня, если ты уродина? Не знаю, пойдет ли это для поиски девушки, но окей, учимся. Для начала тебе... Давайте достанем какой-нибудь телефон. На телефоне будем все записывать. Окей. Все-таки стоит убедиться, действительно ли ты такая стрёмная. Для этого пригласи всех знакомых парней к себе домой и сыграй с ними в одну незамысловатую игру. Хорошо. Эй! Все мои знакомые сюда! Ребят, а давайте поиграем в одну игру. Чё, Мартач? Нет. Тогда, может, Тейкин? Да нет. Правила такие. Тот, кто последний остается в этой комнате, становится моим парнем. Сейчас исчезну. Окей. Не хочу! Если же в комнате... Это мне понравилось. Это мне понравилось. Ожидаемо, но, блин, прикольно. Останешься только ты и твоя бабушка, то поздравляю! Ты официально... Бабушка? Откуда там бабушка? Он приглашал только парней. Ее бабушка парень? Почему он ее туда пригласил? Или она, типа, мутила с парнями, да, и бабушка такая рядышком сидела. Давай, внученька, вот в мои-то времена мы с парнями мутили по-другому. Вот ты давай вот этого вот давай в засос. Ой, я посмотрю, внученька. Странная очень бабушка тогда. Она уродка, поэтому можешь смотреть видео до конца. Во-первых, если ты не очень красивая, приходя на встречу с парнем, тебе нужно просто элегантно скрыть свои недостатки. Ништяк, пакетом на голову. Отличный план! Слушай, а в жизни ты лучше, чем на фото. Ну да, белое меня полнит. Есть еще один... Я говорю, вот если бы девушка пришла ко мне на свидание в пакете, я бы сразу подумал... Как она красива. Ну и скорее всего после этого бы убежал побыстрее. Способ. Отношения по расчету. Проходи, располагайся. Я сейчас. Мне эту квартиру, кстати, папа купил. Пиццу купила. Твою мать. И тебе купит. Две квартиры. И машину. Продолжай. Ты такая не стрёмная. Ага. А мой брат основал World of Tanks. Эту по часам можете снять квартиру. Блин. Как понимаешь, с уродливой внешностью и без бабла... Типа, если у тебя плохая внешность, тогда можно парня попытаться притянуть тем, что у тебя есть квартира. Ну, наверное, есть парни, которые ведутся на квартиры, но если бы мне стрёмная девушка сказала, я куплю тебе квартиру, если ты будешь со мной... Ну, хотя, нет, нет, я не так... Ну, нет, нет. Кто на это согласится, а? Шансов почти нет. Но, страшилы, не унываем. Сложный, но действенный способ. Позови с собой гулять, ну, очень страшную подругу. Алло, а Машу позовите к телефону. Забрали на опыты? Извините. Ну, или хотя бы немного страшнее, чем вы. Немного страшнее. Кажется, у меня начали расти усики. Но почему-то мне кажется, что даже на такую девушку найдутся парни, которым она нравится. Да нет, тебе показалось, слушай. Пацан, это девушка твоя. Ну ты бы хотя бы усы побрил, с такой красоткой гуляешь. И не говори, та еще уродка.
Слушай, ну раз уж на то пошло, может, сходим куда-нибудь? Меня особенно забавляет, что этот парень — это один и тот же парень. То есть он сначала подкатывает к Брайану, потом уходит от него, потом у него резко обновляется память, как у рыбки, 5-секундная. И потом он снова забывает о том, что он видел Брайана, и снова к нему подкатывает. Фу, на фоне этой подруги ты была красивее, а теперь... мерзость. Если вы настолько стрёмные, что приложение Swipeface отказывается менять ваше лицо... Стоп, это реклама? Еще один способ. Виртуальный парень. Какого-нибудь Амина, я не знаю. А покажи лицо. Не спеши. Принцессы так быстро не сдаются. Ну, после того, что мы вчера устроили ночь в скайпе, давай одновременно. Ну, хорошо. Один... два... три! Оливия! Стоп! Почему он был голый? Ютуб! Ютуб, не бань! Не бань, не бань, не бань, не бань, не бань! Тихо, тихо! Это всего лишь Брайан. Все нормально. Здесь есть свой риск. Но если уж вообще ничего не помогает, то остается один выход. Мне так хорошо. Я ожидал, что сейчас будет реклама. Че, правда, что ли? Ну круто, че? Идем в кино уже посмотрим. Что это за старик? Типа единственный шанс взять дедушку? До свидания. Ну да. Ну вот и все, уродины. Давите свои прыщи и спать. А в следующем выпуске я покажу вам, куда спрятать тело своего друга, чтобы вас не загребли. А да, она же вначале убила своего этого съемщика, я понял. Я понял. Вот этот видос мне не понравился, потому что мне это не близко. Я никогда не искал себе парня, поэтому мне, в принципе, не близко. Но, может быть, дай-ка проверю, подожди, в комментариях. У меня мужской пол. Блин, да ладно. О, фанатка Винди 31. Да ладно! Я ожидал, что сейчас все в комментариях будут писать, типа: ой, я такая страшная, спасибо тебе, Сагайд, ой, я такая страшная. Сейчас-то модно себя унижать, это ж, типа, модно? Что? Так уж и быть, я не против встречаться с Оливией, чувак. Хей, воробей, ты видел много, видимо, плохих вещей в своей жизни, если готов встречаться с парнем в парике, хотя... кто я такой, чтобы тебя судить? Ладно, ребят, я надеюсь, вам понравилось это видео. Напишите в комментарии, что вы думаете об этом видео. Подписывайтесь на канал и так далее. Брайана без моих комментариев можете посмотреть в описании. А пока на этом все. Всем пока-пока-пока и до скорого. Удачи.